Небагато часу залишається до дня місцевих виборів. Вже у найближчу неділю ми зможемо зробити свій вибір. Але перед тим, як його зробити, треба знати, за кого віддати свій голос. Саме для цього до нашої студії ми запрошуємо всіх бажаючих кандидатів, як на депутатські посади, так і у мерське крісло. Мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні до першого міського телеканалу завітав кандидат в депутати міської ради від партії «Блок» Едуарда Гурвіца Віталій Айлабов. Вітаю вас. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, Віталій Васильович, давайте почнемо все ж таки з основи, на якій ми все живемо, який по якій ми всі ходимо з вами, їздимо, хтось їздить, хто ходить. Це дороги, які завжди для одеситів були величезною проблемою. Дороги, які робили тільки тоді напередодні виборів, а коли виборів нема, ми не бачимо їх і не бачимо дороги. Скажіть, будь ласка, от що з цими дорогами в Одесі не так? І чи можна зробити якось таким чином, щоб в Одесі дороги були, знаєте, як в квартирі з євроремонтом, щоб все було і працювало, і ми користувалися цим, були задоволені? Ну, в першу чергу я напомню одеситам, що коли одесити пам'ятають одного з мерів, тобто Едуарда Гурвіца, вони завжди пам'ятають, що це мер, при якому реконструювались вулиці, реконструювались дороги і робились вони основательно. Я бы, конечно, продолжил бы ряд перечислять достоинств данного мэра, но я хочу сказать, что вот эта задача в нашей программе блока Эдуарда Гурвица стоит. Но когда мы строили программу свою, составляли, мы в первую очередь подошли к ней научно, совершенно опираясь на опыт нашего кандидата в мэры блока Эдуарда Гурвица, самого Эдуарда Иосифовича. Мы опирались на социологические исследования, на изучение комфортных городов, как сегодня говорят, где проживать комфортно. Мы провели целую работу. И я хочу вам сказать, что да, действительно говорят о дорогах, но в первую очередь сегодня я хочу доложить вам о том, что на первый план выходят не дороги. Дороги у нас выходят на четвертый, пятый план. На первый план при всех делах выходят вопросы, связанные с медициной и стоимостью лечения наших граждан. Ну, на первый план выходят вопросы, связанные с повышением тарифов. И третий вопрос, который очень серьезно интересует всех, это вопрос, связанный, где же заработать деньги? То есть, где найти работу, которая позволит оплатить эти тарифы, оплатить возможность лечить себя при необходимости. А сегодня у нас такая ситуация с нарастающими заболеваниями, ну, связанные с пандемией, и плюс я понимаю, что мы получим следующий виток, волну экономического кризиса, эти вопросы выйдут на первый план. Но я отвечу и по дорогам, потому что не рассмотреть этот вопрос в разрезе нашей программы, не быть готовым его реализовать, это было бы просто не свойственно для нас. Ну, во-первых, кандидат в мэры Эдуард Гурвиц имеет профильное образование, которое связано непосредственно с строительством дорог. И поэтому каждый человек, я думаю, в своей жизни, имея то или иное ремесло, старается его сделать хорошо, чтобы об этом помнили многие. То есть, но здесь нас сакцентирует внимание на следующем, что на самом деле наш кандидат и та команда, которая пришла вместе с ним на сегодняшний день, понимает, что качественная инфраструктура города – это есть одна из составляющих комфортной жизни. Но для нас очень важно, что есть уже опыт у нашего кандидата в мэры, и он может с ним с нами поделиться. С другой стороны, для нас очень важно, что тогда Эдуард Ильич заходил в то же сложное экономическое время. Вообще наш кандидат, в отличие от многих тех, кто сегодня идут кандидатами в мэры, надо сказать, единственный, кто приходил во власть во времена, когда на улице, как бы говорят, был кризис. И во времена дефицита средств, возможностей он изыскивал и работал. Да, многие достижения – это его личные достижения. Сегодня рядом с ним нету многих с той команды, кто работал. И он дал четкий посыл, почему этих людей нету. Он говорит, они были хорошими профессионалами, но с точки зрения морали и нравственных каких-то качеств, я не могу продолжить с этими людьми работать дальше. Сегодня главный посыл к новой команде был следующий.
Необходимо образование, необходим практический опыт, необходимо желание трудиться и любить Одессу. Сегодня совершенно новая команда, естественно, ей придется постигать многое в управлении, и мы понимаем, что многого не знаем. А Эдуард Федорович нам сказал следующее, лично мне. У тебя есть очень большие амбиции, но поверь мне, когда ты пройдешь практически многие вопросы рядом с тем, кто умеет, ты совершенно по-другому посмотришь на управление и на руководство городом. Возвращаясь к дорогам. Все-таки дороги на сегодняшний день, давайте скажем так, с 2010 года по 2020 год, если их делают маленькими какими-то точными отрезками. Что делалось при каденции мэра Гурвица, это была реконструкция дорог. И сегодня мы предполагаем реконструкцию дорог, реконструкцию улиц, которая предполагает реконструкцию инженерных систем отвода воды, реконструкцию шахт, связанных с сетями. То есть это целостный процесс, это глобальный процесс, это глобальный подход. Многие сегодня считают, что какая-то машина, и двое рабочих кинули асфальт, сверху проехался каток, и это и есть работа. Нет, мы говорим о качественных дорогах. Почему эти... Я хочу напомнить действительно, что большинство дорог качественно сделаны были в каденцию мэра Гурвица. Поэтому на сегодняшний день эта задача и все необходимые методы, которые мы будем использовать, они запланированы в нашей программе. Что касается, все-таки я немножечко хотел бы более расширить, но вы знаете, программа наша настолько расширена, и она идет под некой эгидой реставрации Одессы, и с другой стороны, эгидой создания условий для построения города будущего. Вот для меня город будущего – это город, в котором гармонично уживется прошлое, настоящее и будущее. Прошлое должно сохранить традиции, старый город и уважение к старшему поколению. Я говорю философски, но... Я разумею вас, так, да. Вы понимаете, да, что вы? Настоящая задача совершенно другая. Создать комфорт сегодняшнего дня. И сделать задел для возможности развития и модернизации города как такового. И будущее уже должна использовать опыт, непосредственно накопленный, использовать, скажем так, научно-технический прогресс для того, и проводить саму эту модернизацию. Вот когда мы будем вот так комплексно подходить к программе, мы сможем построить тот город будущее. Это интересная задача будет перед управленцами, перед учеными, перед теми, кто будет жить и кто сегодня живет. Но это задача заставит будущих руководителей быть мобильными, работоспособными, заставит иметь практический опыт. И тогда, вы знаете, уйдет в прошлое вот такая плохая тенденция, когда сегодня 22 мэра на самом деле, может быть, хорошие люди, может, хорошие ребята, знаете, но хорошие ребята не профессия. Ходить в селфи и показывать, что плохо, что хорошо, это хорошо. А как практически решать вопросы? Я думаю, что сегодня в городе, ну, из тех кандидатов, которые идут, знает только двое. И хотя я являюсь на сегодняшний день сторонником Эдуарда Гурвица, я понимаю, что за эти 10 лет действующий мэр все-таки получил какой-то опыт, и он понимает, разобрался в процессах. Да, достаточно нареканий, достаточно того, что я могу сейчас сказать как его адрес, но пусть это говорят те кандидаты, которые хотят на этом пропиариться. Я буду говорить о том, что один из кандидатов, второй кандидат, это он же и для меня первый кандидат, это Эдуард Йосифович, который знает, как это делается, у которого есть опыт и готов все, что я сейчас скажу, по пунктам разложить и реализовать на практике. Пан Алайбов, скажите, будь ласка, гаразд, амбіційні плани, дуже сильно амбіційні. Звучить красиво, на бумазі це виглядить дуже красиво. Може, у планах, коли ви розмовляєте з кандидатом, з паном Гурицем, це дуже красиво і з командою. Але, ви ж розумієте, на всі ці плани треба величезні кошти, яких, кажуть, в нас завжди нема. Щось Київ відбирає, щось ми не заробляємо, тут ще й пандемія, в нас грошей нема, нічого не працює.
А у вас серед пунктів є ще й адресна щорічна допомога у 520 мільйонів гривень. Тобто на все це вистачить грошей? Чи маємо ми гроші на те, щоб побудувати місто майбутнього? Я хочу вам сказати, вот смотрите, у нас последние 10 лет, это 10 лет технологий. Определенных заранее заготовок и вопросов, боже мой, это не укор в вашу сторону, но вы задаете вопрос, который задают все, заранее с подоплекой, ну что, что ты скажешь на это? Ну, звісно, я хочу... Да, правильно? Да, хочу. Но только посмотреть. Давайте начнем с того, что я начал с того, что 10 лет назад бюджет был в 3 раза меньше и более у Эдуарда Гурвица и его команды. И он изыскал и реализовал многие проекты. При этом, я хочу сказать, еще дальше уйду, не 10 лет, на 15 лет. Когда-то я в 1995 году стал учителем года. И это 90-е годы, в отличие от тех, кто грабил, занимался преступлениями и участвовал в всяких группировках, а потом за счет этого стал сегодня великим руководителем, я учил детей всю жизнь. И скажу вот так, мое первое педагогическое образование не позволяло мне морально совершенно по-другому подходить к многим вопросам. Я объясню, почему я иду на ответ, на ваш ответ на этот вопрос отсюда, с дальней истории. И только лишь потом, уже после 2010-х, в 2010-х годах, я получил второе экономическое образование, потому что я понимал, что мне нужно совершенно развивать предприятия, строить и так далее. Так вот, я возвращаюсь назад. Вот в 95-м году, в 90-х годах, когда было очень сложно, уже тогда врачи, учителя, я, будучи учителем, получал надбавку за... просто надбавку по... как учитель. И... я был удивлен, каким образом, как это происходило, как это возможно было. Сегодня мы объявили по программе нашей, Эдуард Юрьевич везде в этом говорит, что каждый день мы обязуемся изыскивать 2 миллиона гривен социальной адресной помощи. 520 миллионов в год. А теперь давайте простую вещь, простую арифметику с вами сделаем. Бюджет сегодня больше 11 миллиардов гривен. Поделите, пожалуйста, сколько процентов является 520 миллионов? Ну, это дуже мало. Очень мало. Это 2-3 процента. И поверьте мне, при грамотном построении стратегии развития города, при грамотном распоряжении бюджетом, эти деньги уже есть. Я вам их уже показал. Естественно, я разговариваю с Алексеем и очень много говорю с ним на эти темы. Иногда я ожидаю от того, что он просто формально мне ответит и скажет, ну вот так ответь и все. Вы знаете, бывает часами он дает ответ на некоторые вопросы, показывая, беря ручку, листок, как это должно быть. Мне приятно. И почему? Потому что на самом деле, если в 2010 году я шел как мэр, шел в мэры города, кандидат, я понимаю, что я и десятой доли этого не знал. И сегодня есть возможность, согласно предложению Дарья Федоровича, на практике увидеть, как работает государственная машина. И вот, я возвращаюсь назад. На сегодняшний день город может тоже зарабатывать деньги. Это сложный процесс, но он может зарабатывать деньги, участвуя в инвестиционных проектах, которые дадут эти деньги сегодня в бюджет города. Но в таких инвестиционных проектах может участвовать только тот руководитель, которую на самом деле имеет признание не только в Одессе, в Украине, но и за пределами Украины. Среди всех мэров, кто сегодня собирается стать им, то Эдуард Гурвиц – это единственный кандидат, который может реализовать проект. И приятно тем, что, вы знаете, что его возраст, которым пытаются многие укорить, является возрастом, который позволяет ему уже совершенно по-другому взглянуть на все процессы, которые происходят. И он это делает сегодня. Поступить как заботливый отец, который может передать будущим руководителям города свои знания. Поэтому те деньги, о которых вы говорите, они есть. И нам осталось только сегодня победить 25 числа и совершенно по-другому построить формирование этого бюджета. И еще раз я хочу вам сказать, это все возможно при условии
и наличии трех составляющих. Первое, все-таки стратегии развития города, построение правильной стратегии. Второе, качественное управление и коммуникации администрации города с горожанами. Я хочу вам сказать, что стратегия развития города сегодня есть. Я сейчас вам объясню, почему я к ней вернулся. Но стратегия развития города написана в 2013 году. Те, кто ее составлял, и предположить не могли, что нас ожидает война на Востоке, не могли предположить, что в нашей стране, что будет пандемия, не могли предположить, что нас ожидает экономический кризис. И, естественно, эта программа, эта стратегия устарела. И к стыду депутатского корпуса и самого мэра никто из них не поднял вопрос о том, что эта стратегия не догма. Угу. Над ней надо сегодня уже изменять и работать. А знаете, почему не поднял? Она есть формально для всего. Есть стратегия? Есть. А здесь в данной, у данной публики все строится по простому принципу. Семиминутная выгода и формальность. Только вот это уже требует полной перезагрузки нашей городской власти. С другой стороны, сегодня приговор об этой власти является это рейтинг комфортности городов. И вот вы говорите о дорогах, о жилых домах, которые мы сегодня с вами говорили об этом. О чем мы говорим? Наша Одесса на сегодняшний день находится даже не в десятке, а на 17 месте из 22 городов по цикарности для туристов. Вы понимаете, да? И вот то, что, о чем я говорю. Ни стратегии, ни качество управления, ни коммуникации администрации с горожанами. Все это отсутствует. Но, и самое главное, изучив вот эти все позиции, можно создать только тогда, можно создать ту комплексную программу, которая позволит сегодня, уже сразу после 25 числа, начать ее реализовывать. Ведь я вам сразу скажу, многие могут, да, есть там 3-4 кандидата. Вот представим, что есть борьба между 3-4 кандидатами, которые сегодня могут стать мэрами. Угу. Но я утверждаю, что 26 число, если его назначат, только Эдуард Гурвиц сможет сразу приступить к реализации той программы, о которой заявил блок Эдуарда Гурвица. Я утверждаю, что уже, как мы обсуждали все это с чем, уже с 26-го, как он говорит, с колес нам придется решать первоочередные задачи. А первоочередными задачами станут... Это все-таки медицина. Да, это медицина, это переоборудование медицинских, наших медицинских учреждений, это переоборудование и подготовка на самом деле, может быть, тех помещений, которые должны принять простых больных. Угу. Ведь сегодня есть большая проблема. Да, у нас ковид, но все люди, которые болеют какими-то хроническими болезнями, сегодня отставлены где-то в стороне. Что делать с сахарным, больным с сахарным диабетом? Что делать язвенникам? Что делать, кто болен сердцем? Так, да, что им делать? Они сейчас сидят в страхе, ждать, когда придет к ним очередь. Так мы получим смертей больше в этой категории людей, если мы упустим. И поэтому сегодня, грамотно подойдя к этому вопросу, мы можем в первую очередь, переоборудовав существующие медицинские учреждения под лечение ковидом, а вот те второстепенные, которые расскажут, что там будут развернуты лагеря, наоборот, пустить на лечение тех больных, кто могут сами прийти, кто не заразятся уже там, где очень много больных. Но этого никто не видит. И эта задача очень важная. Важная задача на сегодняшний день, опять же, организовать социальную помощь, адресную этим людям. Потому что снять с них нагрузку эту, и это в нашей программе есть. Пан Алайбов, я розумію все. У нас не дуже багато часу, на жаль. Я б хотів запитати вас і про пробки, в яких живе зараз місто, як ви намагаєтесь боротися, і чи є у планах боротьба з цим, і про забудову на узбережжі, мораторії чи не мораторії, чи забудовувати, чи ні. Я так много хочу вам сказати, що у нас тільки, на самом деле, ви ж розумієте, що ще в ту каденцию Эдуард Юрьевич начал дорогу юг-север, север-юг. И эта дорога должна быть завершена, потому что мы так всем поселкам готовы голосовать за одного из наших кандидатов,
Но только я не могу, у меня есть вопрос к жителям данного района. Уважаемые мои, вам строят там детские площадки, шарики дарят, еще что-то. А не кажется, это просто замыливание глаз? Почему никто не решил главную задачу? Почему вы сегодня стоите в очередях в ожидании этого транспорта, который надо было бы поменять, а у нас в программе есть замена городского электротранспорта на электробусы. Уже есть договор, был подписан еще ранее, до того, как мы пришли к этим выборам. У нас есть необходимость, на самом деле, расширения и реконструкции этой всей дороги, создания новых путей доставки с данного района. Об этом никто не говорит, потому что это громадные проекты. Ну, я понимаю, почему. Потому что громадины, то есть глыбы могут решать громадные проекты. А люди с маленькой буквой Л, Ч, они решают совершенно такие, ну, как бы, повседневные вопросы. И за это спасибо им. Ну, але ж вы знаете, у нас є у всіх людей з маленькою літери Л чи Ч є велике питання і велика можливість 25 числа все ж таки вирішити. Куди ми йдемо, чи ми стоїмо на місці, чи ми йдемо у ваш бік, чи йдемо у бік інших кандидатів. Зрозуміти до цього дня, хто з кандидатів є тим самим кандидатом і тим самим мером, і очільником міста, який перетворить наше місто, або перетворить його на місто майбутнього, або залишить його у тому стані, який він є зараз. Согласен з вами. Ви ж розумієте, що коли на самом деле настане ця вторинна волна економічного кризису, горожане, я думаю, что все равно задумаются, правильно они сделали выбор или нет. И многие из них сегодня уже, согласно нашей программе, даже не сегодня, после 25 числа, могут получить серьезную поддержку с точки зрения, знаете, даже тех вопросов, которые не касаются городской власти. Ну вот взять комфорт, один из пунктов, который входит в комфорт, это экономический такой, соотношение разницы между потребительская корзина и дохода людей. Казалось бы, а как можно на это повлиять? Да очень просто. Если город сегодня сделает определенные реорганизации определенных служб, подпишет договора с поставщиками услуг, если город на себя возьмет, опять же, бесплатный вывоз мусора, если город даст возможность нашим горожанам бесплатно проезд в этих электробусах, если город возьмет на себя... Да я могу перечислить многие вопросы, то эти деньги не уйдут с кармана простого одессита. И это предусмотрено в нашей программе. В программе блока Эдуарда Горвица. Я дякую вам за час, дякую за відвертість і розмову. І сподіваюся, що все ж таки і ми з вами, які живуть у центрі міста, і люди, які живуть у Соровському районі, в будь-яких районах міста, все ж таки побачать колись місто майбутнього Одесу, про яку ми всі з вами мріємо. Кожен про свою, але вона така красива, Одеса майбутнього, яка повинна бути з нами. Я теж цього хочу і сподіваюся, що так буде. Дякую. Нагадаю, у студії першого міського телеканалу з нами був кандидат в депутати міської ради від партії «Блок» Едуарда Гурвіца Віталій Васильович Айлабов. Ми бажаємо вам гарного дня і залишайтеся з першим міським.